Ребята, всем добрый день. Я сейчас пойду к подружке в гости. Она купила квартиру однокомнатную на Кирова 58. Это у нас в городе Новокузнецке. Вот это я вам все в видео покажу. Вот. Просто я как бы не договорила. Вот. И она, получается, месяц пожила. И опять ее продает. Ну вот я и думаю, пойду, узнаю, в чем дело. Ну, то есть все равно интересно, да, как столько лет дружили, и в гости надо сходить. Вот. А то все некогда было, то работа, то еще что-то. Мне квартирка очень понравилась. В принципе, все как бы уютненько, хорошо, если до конца ее доделать. Вот, я там видео покажу, как можно, в принципе, дверь на балкон сделать и в столик обеденный поставить, такой небольшой, уютненький. Ей как бы для одного, для двух человек вполне нормально будет. Вот. Ну и вот она ее сейчас опять продает. То есть месяц пожила, и вот если бы у меня были бы деньги, я бы с удовольствием бы такую бы одежечку прикупила бы. Вот так. Девчонка сейчас пошла в гости. Кто знает по Кирову вот эти вот дома, и у меня подружка сюда переехала 3 недели назад, и почему-то ей не нравится. Вот, короче, в однюшку, то есть они трешку разменяли, вот, и на деньги купила, на часть денег купила однюшку. Сейчас пойду к ней в гости, потому что как она переехала, я еще не была у нее в гостях. Вот. Ей почему-то там не нравится, не знаю почему, и уже выставила на продажу. Вот. Купила за 1 850 000 рублей. Слушайте, подъезд еле нашла. Тут вот так вот, какие-то грибочки даже лежат. А лифт работает, да? Да, у нас времени не было. Так, я уже все сделала. Так, это 3-й этаж. Лифт такой большой. Я сразу не могла даже найти, как заходить в подъезд. Но вы поняли, эти дома по Кирова, кто живет в Новокузнецке. Почему-то грузовой лифт открылся. Все в сиреневом. Чуть-чуть, все в сиреневом. Что, пол что? Старый? Весь это скрипитель. А, ну. Высоко. Высокий. Кажется, как, потолки как низкие, да, или нет? Ну, так, ну, тут 40, метр сорок, ой, 2,40. Угу. Представь еще потолок, если ж натянуть стенки, знаешь, какие классные. Что, криво, да, тут все? Да. Ты еще ничего не... А, это ванна, туалет, да, маленький? Ну, вот сегодня мы делали это. Полотенцесушитель он сделал. А, вот этот... Ну, ты свой, получается, забрала, правильно? Нет, я забрала. Новый, что ли? Ну, это новый. Это тот не подходит сюда. Офигеть. Тот здоровый же. Ну, плитка была, да, так? Ну, как кухня. Ну, кухня, как у нас, да, по-моему? Меньше. Меньше? Ну, поуже, по-моему, да, на поуже. Мне кажется, и так меньше. А там балкон, да, получается? Да. Ну, балкон большой, да, лоджия? Угу. Это не лоджия, а балкон, значит. Коридор большой, тут как-то, если придумать. Так
вот все, вот всякие выступы. Вот смотри, что тут выступ, тут все в выступах. А, ну что, всякие углы вот этих, много углов получается. Так, а ты же видишь, что он дом сам зигзагом каким-то все. Так вот я и пойму, откуда там говорит. А, там трубы все позашиты. Смотри, если с балкона сделать дверь и все вместе, то получается очень большая лоджия. Ну-ка, можно, да? Ой, котейка. Нифига у тебя лоджия. Ни хрена себе. У тебя сколько она? Ну, конечно, вот это, если вот это старье, это все убрать. Ну, тут вот лазила, маленько помыла. Он угол не достал. Все уже 100 лет не мылись. Вообще ужас. И это... Угу. Страшно, думаешь, вывалишься с этими с деревяшками. Туда, ну да, тут если только переделывать. Ну, это соседи, там с саниной воняет, кошатина. У них? Ну, и подъезд заходила, вонище невозможно. Внизу вроде ничего. Орёт, ходит сам с собой на всякие голоса. Так, что делаешь? Что там сидит?